Ну, утро началось с посылки с Амазона. Я еще попросила, говорю, Тео, вот там играет. Иди забери посылку, чтобы не пугать почтальона, потому что у меня маска на лице. Итак, это у меня будет такая обложечка для моего телефона, потому что он до сих пор голый. Я другую не хотела, хотела только эту, чтобы вот прям была точно такая же, как для моего iPhone 7, чтобы можно было складывать туда карточки. О, здесь даже зеркало есть, ничего себе, могу вам показать свою маску на лице. О, вот зеркальце, даже очень женская такая. Здесь получается телефон, вот, и дырка для камеры. Вот, а сюда можно карточки кредитные положить. Вот, и еще кое-что там лежит такое. Вот, что это такое. Эта штука, это как и трепье используется, да, можно в телефон вставить и снимать спокойно на камеру. И как, оп, видите, такая, с, это, господи, что я не проснусь никак, свет, то есть получается свет сразу вставленный такой, можно на расстоянии включать, выключать, и более того, это можно использовать как обычную палку селфи. Сейчас открою. По крайней мере, теперь я смогу телефон не просто держать вот так рукой, а вставлять его в эту палку селфи. Так, это сам свет. Вот она, палка селфи. Ну и вот, как бы, пока деньги на камеру копятся, буду использовать вот такие предметы. Но, если честно, не поняла я прикола. На фото было нарисовано еще палка селфи, но ее здесь нет. То есть есть трепье, есть штука, куда телефон вставлять, держак, есть пульт управления и есть само зеркало. А как бы палки селфи нет. Но у меня есть там такая небольшая, но я не поняла, зачем ее на Амазоне нарисовали там, на фотографиях. Надо будет отзыв написать обязательно, потому что выглядело это все немного по-другому на фотографии. Так, грубо говоря, само кольцо, которое свет дает. И а вот еще один держак. А, на всякий случай два. Понятно, запасной. А самой палки селфи здесь нет. А вот это как бы использовать в качестве селфи. Да-да-да-да, как идиот, что ли, бегать по улице с этой штукой. Ну, блин, напишу сейчас отзыв. Так нельзя. Ну и давайте посмотрим, как снимает. Вот так получается. Это холодный свет. Дальше идет у нас еще какой-то. А, подожди, можешь добавить. Да, нет. Вот такой свет, вот такой и вот холодный. А вот это теплый. Но я как-то на оранжевом еще снимаю, непонятно, наверное, будет. Давайте попробуем на таком более черном, что получится. Оп, меняем. Оп. Ок. Ок. Ну что, неплохая штука такая. Какие же цветные сейчас игры у детишек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Да-ка. Вози. Оказывается, на Лазурном берегу эпидемия опять какая-то, поэтому сегодня я пью смекту и не знаю, как я пойду на фильм, который я сегодня купила билеты. Но, кстати говоря, если помните, летом я работала с Кока-Колой, я притащила ее домой, так она здесь и стоит, ее особо никто не пьет. Но когда у тебя острая, простите уж, диарея, то это должно помочь. Et tu fais marcher de suite à neuf, mais dans la usine. Voilà, c'est parti. Et fais un tout petit peu d'eau. Pour la poule. Non, non, tu le donnes. Les herbes, oui. Et là, il revient, achète une poule de suite. Allez, achète une poule. Hop, attrape un œuf. Et la farine. Hop. Et fais le pain. Nounours, attrape les deux. Allez, vende-les de suite. Le pain aussi.
Fais marcher les usines et va vendre de suite. Ah, tu peux pas. Allez, vas-y, fais vendre. Nounours et le pain. Pas de farine, c'est pour ça, ça marche pas. Ah, que nounours. Bon, ok. Vas-y. Eh bien, hop. Un œuf. La farine. Et tu fais marcher. Allez. Следи за моей фермой. Я пошла накрашусь немножко. Все, босса. Мы идем на фильм. Леночка со мной идет, а папа потом с Тео пойдет, потому что у них эти «Звездные войны» в 16:45, у нас 16:30 мультик «Лорен Дунеж», «Снежная королева 2». В общем, я просто хотела ее снять, как она нарядилась. Лен, покажись, пожалуйста. Убежала уже. Ну покажи коронку свою, или что это у тебя такое на голове. Я просто хочу тебя запечатлеть, когда ты замуж будешь выходить, я тебе покажу, как ты в кино ходила. Пошли. Наш кинотеатр находится так близко к дому, что если мы здесь останемся жить, а я на это очень надеюсь, и мои дети будут подростками, они будут ходить сюда в кинотеатр себе спокойненько и хоть целыми днями там находиться, потому что отсюда прям пешком домой 5 минут. Си. А я. Рибы из лаба. Ла фи ду. Ну, берега, ла фи. Я же тебе говорю, мы на этаже, на пятый зал. Вот. А. Вот тут. Здесь, конечно, с детьми так опасненько поддеваться, когда зал наверху. Только не беги, давай вот тут держись. Держись. Вот тут держись. Так. Где-то там и наши мальчики должны уже идти. Но у них на 15 минут позже начинается. Они решили сначала поставить суп варить, а потом идти в кино. Но он сегодня варит какой-то суп овощной, который там много часов должен готовиться. Поэтому и отлично. Ну что, мы почти добрались. Ха-ха! Тебе понравилось? Сейчас такие фильмы делаешь, офигеть можно. Сидишь, не веришь, они еще настоящие. Обалденный просто, обалденный фильм. А. Зато я плакала только один раз. А ты сколько? Два. Тебе не страшно? Лена, ты не слышишь, как голос тебя зовет? Давай. Пойдем. Пойдем, Леночка, домой. Кружинка меня сюда притащила. Говоришь, тебе какой-то журнал нужен, чтобы там фигурки светились. Я говорю, вот это не будет светиться, он просто другого цвета будет. Вот это будет принцесс. Белочка есть и бабаёшка. Какой берем? Это или это? Эту? Али. Поможешь тебя открыть? Да, там можно. Давай. Какую-то белочку делаешь? Подожди, чтобы не сломать. Мы еще взяли вот что. Будем наклейки клеить сейчас дома. Давай я попробую. Там должны быть батарейки там написаны. Давайте помогу, потом ты. Если у меня не получится, то у тебя. Ты кто, у тебя белочка там? А эти разукрашки, которые мы тебе взяли, тоже уже работала с ними? Нет, это принцесса, а это что? Свен, Эльза, Анна, Олаф и Кристоф. Тут все. Да, и фото у меня трапа. Я хочу, а у Эльза тут с кем она вью уже убей. А Жужука, уходя, уходи, как говорится, ушел, поставил супчик варить. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.